Шалаевский Николай Владимирович, юрист из Вологды. Вопрос по искоренению дистанционного мошенничества. Мошенники получают десятки миллиардов рублей и зачастую используют против нашей Родины. Предлагаю, первое, ввести принцип никаких онлайн-кредитов и кредитов по СМС. Выдача кредитов только при личном визите в банк и в письменной форме. Подробности готов рассказать всем заинтересованным лицам.